Елена Куненкова, председатель Совета собственников многоквартирного дома в поселке Барвиха, уже четвертый год. Семинары посещает регулярно. В этот раз ее заинтересовала тема обслуживания газового оборудования. Сегодня я пришла просто прослушать именно по газовому оборудованию. Так как у нас дом 56-го года, и газовое оборудование ни разу не ремонтировалось. Поэтому очень интересно. Также интересно, как и Елене было всем участникам семинара. Обсудили не только газовое оборудование. Открытый диалог помогает понять многие нюансы в сфере ЖКХ. Например, этот семинар был посвящен этапам капитального ремонта, а именно контролю за выполнением работ. Специалисты поясняют, важно, что подготовительный период должен быть в очном формате. Первый этап, он такой большой, глобальный, это подготовка к проведению капитального ремонта. И мы с вами понимаем, что она начинается с фундамента. Второй этап – это организация капитального ремонта. То есть это все, что касается попадания дома в программу муниципальную, краткосрочную. Все полученные знания на таких семинарах помогают собственникам решать многие вопросы самостоятельно, а также дают возможность расширить познания в сфере ЖКХ. Полина Бахова, Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».